По всей территории Молдовы осуществляют свою деятельность 32 местные инициативные группы. На юге страны одной из таких групп является Южный Родник. Она изначально включала в себя 3 населенных пункта – Александру Иван Куза, Чешмекёй и село Этулия. В 16-17 года начали создаваться МИГи в Республике Молдова через программу САРТ, особенно здесь, в Гагаузии и в Тараклии. В 2018 году мы получили финансирование на первые проекты. Поначалу это была ассоциация среди, между тремя селами Чешмекёй, Этулия и Александра Иван Куза. В прошлом году к нам присоединилось еще 10 примарий, поэтому на данный момент у нас МИГ состоит из 10 примарий и 17 населенных пунктов. За последний год в селе Чешмекёй благодаря работе МИГа были реализованы ряд проектов, направленных на улучшение инфраструктуры, поддержку малого и среднего бизнеса, а также улучшение условий труда. Выиграла примария проект на постройку тротуара, центрального тротуара в парке. Также музей выиграл проект на витрины и на кондиционер. Из бизнеса предприятия Сериле Агросарагюль, они выиграли 2 проекта у нас. Первый проект был на обработку молока, и второй проект, они сейчас устанавливают доильные аппараты на 10 голов. Пекарня села Чешмекёй выиграла проект на нарезку и упаковку своей продукции, и также они закупили различные формы для выпекания хлеба. И фотостудия у нас в селе, она действует давно, но в этом году предприниматель решила улучшить свои услуги. Также было закуплено новое оборудование, камеры. Организация «Ренаштери» разработала экологический проект, согласно которому каждая семья получит контейнер для хранения мусора. Всего в селе Чешмекёй 1400 домовладений. На данный момент у нас закуплено более 1000 контейнеров, которые будут розданы в каждый дом, и уже жители смогут более цивилизованно утилизировать этот мусор. МИГи были образованы при поддержке программы САРТ. Всего в Гагаузии и Тараклийском районе было образовано 8 МИГов, охватывающих 44 населенных пункта. Татьяна Казаку, Григорий Ставилов, Мария Казаку, новости ГРТ.